Хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи, утверждал Сократ. Мы с философом не спорим, предлагаю не медлить. Эфир телеканала «Мир Белогорье» продолжает программа «Мелочи жизни». Есть на свете искусство, необычно запутанное и весьма непростое в освоении. Искусство дарить. Казалось бы, мелочь, но не тут-то было. Сколько раз мы ломали себе голову, чем удивить любимого родственника или коллегу. В преддверии Дня защитника Отечества этот вопрос особенно актуален. Как же выбрать такой подарок, которому будут искренне рады? Носками, пеной для бритья или бритвенным станком уже никого не удивишь. А если серьезно, мужчины не меньше женщин любят получать презенты. Думаю, не ошибусь, если скажу, что главным подарком во все времена было и остается здоровье. Генеральный партнер программы «Мелочи жизни» – клиника позвоночника и стопы. Клиника позвоночника и стопы. Лечение хронических болей опорно-двигательного аппарата. Неврология, ортопедия, подиатрия, мануальная терапия, лечебная физкультура, медицинский массаж. 5 августа, 33А, 555-606. Межпозвонковая грыжа. Врачи бьют тревогу. С каждым годом эта болезнь молодеет. И если раньше возраст пациентов с этим недугом колебался от 35 и выше, то сегодня зафиксированы случаи заболеваний у подростков. Мужчины страдают этим недугом чаще, чем женщины. Причина в том, что представители сильной половины поднимают тяжести, много времени проводят за рулем автомобиля, не следят за осанкой и откладывают на потом обращение к врачу. Бытует мнение, что мужчина не должен жаловаться и плакать, поэтому каждый день, превозмогая боль в пояснице, они продолжают ходить на работу и не говорят родным о первых симптомах болезни. Основные симптомы возникновения грыжи – это боль в пояснице, боль в позвоночнике. Эта боль может иррадиировать в ногу, возникает онемение, тянущие боли в бедре, идущие до бедра, до стопы могут быть. Возникает покалывание в средней части, в грудном отделе. Позвоночник – это онемение рук по утрам, колющие боли в межлопаточной зоне – это постоянная боль. Многие ее называют как бы боль вследствие ущемления нерва, но это боль не ущемление нерва, это боль, связанная с отеком окружающих тканей вокруг выходящих нервных окончание из позвоночника. При возникновении таких симптомов человеку необходимо обратиться к неврологу и пройти курс обследования. Лечение назначит врач. Мы же советуем в целях профилактики несколько раз в день делать специальные упражнения. Много времени они не займут, однако положительный результат при регулярных занятиях специалисты гарантируют. Это подъем плеч к мочкам ушей на выдохе. Надо откинуться на стульчике, принять удобное положение, ручки поставить на ширине плеч, делаем глубокий вдох и на выдохе поднимаем ручки к ушам своим и опускаем на вдохе опять. Медленно, плавно, выдох, вдох. Это одно из первых упражнений. Это упражнение нужно делать от 10 до 20 раз. При этом вставать из-за стола не обязательно. Главное не торопиться и следить за дыханием. Второе упражнение – обнимание себя любимого, я называю. Это обхват руками за плечи и на выдохе. С растяжкой межпозвонковых мышц, то есть трапециевидные мышцы в основном. Это второе упражнение. Третье рекомендуем пирожки называемых. Это в детстве все мы лепили песочные пирожочки. Это ротация плеча. Показываем ладошку, представьте, что у вас здесь песочек, и вы переворачиваете, чтобы сделать формочку такую вот. Эти небольшие вот упражнения, три упражнения, которые помогут вам снять головную боль, расслабить мышцы воротниковой зоны. Прислушайтесь к тем, кто рядом с вами. Самое малое, что сегодня мы можем сделать для мужчин, это расспросить о недугах, посоветовать не запускать болезнь и вовремя обращаться к врачу.
Продолжаем тему презентов дорогому человеку. Настоящий мужской подарок не имеет определенных критериев, однако он должен способствовать самовыражению, поднимать настроение или быть практичным. Мы подскажем, что точно понравится мужчине. Партнер рубрики «Вещь» – сеть магазинов электроники и бытовой техники «Медиамаркт». Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Медиамаркт» – отличное место для выбора подарков к 23 февраля и 8 марта. Дарим любимым с выгодой. При покупке товаров от 10 тысяч рублей вы получаете мультиварку стоимостью 5390 рублей в подарок. Фантастиш предложение для него и для нее по адресу. Город Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 137Т. Мегакомплекс «Грин». Электроника в подарок – универсальный способ порадовать мужчину. Такой презент, естественно, хорошо подобранный, подойдет любому. Главное – не промахнуться, не подарить то, что у него уже есть. Вот несколько достойных вариантов для подарка. Что касается подарков из группы электроники, то наибольшей популярностью пользуются мобильные телефоны, планшеты и фотоаппараты. В прошлом остались времена, когда телефон был всего лишь средством связи. С каждым годом разработчики привносят в свои творения все больше функций и приложений. Они облегчают нам жизнь, помогают в работе и учебе. Ну чем не подарок любимому? Современный, легкий, надежный планшетный компьютер наверняка порадует как убеленного сединами взрослого мужчину, так и школьника. Запечатлеть самые важные в жизни события или просто ежедневно делать пару снимков для души. Фотоаппарат – важный и нужный подарок. В противовес универсальным сюрпризам из мира электроники подарки по интересам – дело исключительно индивидуальное. А радуют они зачастую даже больше, чем обычные. Чем увлекается ваш мужчина? Активный отдых, спорт, игры, а может быть музыка? Спортсмены, любители и профессионалы, а также ваши вторые половинки – возьмите на вооружение. Отличным подарком для людей, которые следят за своим здоровьем и занимаются спортом, станет вот такого типа фитнес-браслет, так называемый фитнес-трекер, который позволяет измерять количество сжигаемых калорий, имеется встроенный шагомер и также датчик сердцебиения. Подарок полезный, а главное – вполне приемлемый по цене, как и эти автомобильные штучки. Отличным подарком для автолюбителей станет радар-детекторы, навигаторы и видеорегистраторы. Все это можно приобрести отдельно, но прогресс не стоит на месте. В продаже уже появились совмещенные модели – видеорегистратор и радар-детектор 2 в 1. Что ж, продолжаем погружаться в тему подарков для мужчин. Итак, ваш возлюбленный, друг или коллега, начинающий диджей или просто меломан. Обратите внимание на этот проигрыватель. Он станет отличным подарком для любителей послушать музыку на виниловых дисках. Оказывается, есть и такие, я про проигрыватели. А у вас уже таковой имеется, тогда подарите виниловый диск. Отличный подарок-сувенир. К слову о последних. Подарков-сувениров, что мужских, что женских, предостаточно. Но найти действительно стильный и полезный не так-то просто. Нам повезло. Зубная щетка. Думаете, банально? Но не тут-то было. Зубная щетка – это не просто средство личной гигиены, но и высокотехнологичное устройство. Еще бы, современные ультразвуковые щетки оснащены специальными насадками. А эта модель еще и стаканом-аккумулятором. Да уж, практически перпетум мобиле. На самом деле вариантов подарков великое множество. Главное – заранее озадачиться вопросом выбора и подойти к нему ответственно. Автомобиль – настоящий мужской подарок. А что, если вашему мужчине всего 3 года? Не беда. Детский электромобиль – герой следующего сюжета. Яркий кузов, мигающие фары, две скорости, музыкальное сопровождение. Почти все, как в настоящем авто. Электромобиль – мечта, пожалуй, всех мальчишек и девчонок. Магазин «Автобэби» готов помочь родителям исполнить детские мечты. В нашем магазине представлен весь транспорт детский, начиная от 0 до 10 лет.
Санки, каталки, талокары, мини-кары, электромотоциклы, квадроциклы, ну и, конечно, электромобили на любой вкус, цвет и кошелек. BMW, Mercedes, Bentley, что выбрать, решать вам. Управлять такой машиной несложно. Она работает от аккумулятора. Малыш сам давит на педали и едет. Или вы управляете электромобилем при помощи пульта. Хотите порадовать малыша необычной машиной, которой нет в детском автосалоне? Не беда, ее закажут и доставят в течение 10 дней. Заинтересовались? Записывайте адрес. Город Белгород, улица Карачанская, 132А. Телефон 21-33-08. Сайт автосалона www.autobaby31.ru. Миф о том, что салон красоты – это чисто женское занятие, и настоящий мужчина должен быть лишь немного симпатичнее и ухоженнее обезьяны, давно развенчан. Сегодня представители сильного пола все чаще становятся клиентами салонов красоты и спа-студий. Правда, есть и такие, которые то ли из-за страха, то ли из-за предрассудков отказывают себе в профессиональном уходе. А зря. В следующем сюжете мы расскажем о самых популярных у мужчин бьюти-процедурах. Партнер рубрики «Для души и тела» – храм красоты и здоровья «Теософия СПА». Если вы еще не выбрали подарок близкому или любимому человеку, подарочный сертификат храма красоты и здоровья «Теософия СПА» станет уникальным и эксклюзивным подарком. Вы можете приобрести подарочный сертификат на любую услугу для души и тела. Теософия СПА дарит самое ценное в мире – красоту и здоровье. Город Белгород, улица Академическая, 23А. Телефоны в Белгороде 78-63-73 и 366-355. Мужчине, так же как и женщине, необходимо уделять внимание своему внешнему виду и гармонизации души и тела. Только возможность успокоиться и отойти хоть на миг от проблем, забот и постоянных размышлений о работе спасает сильный пол от нервного перенапряжения. С этой целью существуют прекрасно подобранные спа-программы для мужчин по уходу за лицом, телом, мужской маникюр, педикюр, ну и, конечно, стрижка и укладка. Начнем с маникюра. Мужской маникюр – это не просто сиюминутная дань моде, а инвестирование средств в свое здоровье и красоту. Ухоженные руки, как идеально выглаженная сорочка, позволяют их обладателю концентрировать собственное внимание лишь на деловых вопросах. Солидному бизнесмену, деловому человеку, офисному работнику, представителю творческой профессии мужской маникюр придаст ту законченность образа и лоск, которые так помогают в профессиональной сфере. Успеха достигает тот мужчина, который идет по жизни легко и уверенно. Но как можно идти по жизни с гордо поднятой головой, если при каждом шаге получаешь пронзительный болевой укол от отросшего ногтя или застарелой мозоли? Уход за ногами, как и за руками, необходим всем. Мужчинам, возможно, даже больше, чем женщинам. Они больше времени проводят на ногах, часто в неудобной обуви. А в силу особенностей мужского организма страдают повышенной потливостью стоп и, как следствие, грибковыми заболеваниями. Дорогие мужчины, помните, уход за ногами – это не только полезно и эффективно, но и очень приятно. Добрый день, Яна, косметолог-эстетист. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Лицо – визитная карточка человека, независимо от того, мужчина вы или женщина. Сегодня мы сделаем процедуру глубокого увлажнения, называется она «Гидродерм Плюс». Разработана специально для мужчин. Включает в себя легкий пилинг, увлажняющий концентрат и водорослевую масочку. Основная часть изменений кожи у мужчин связана не с возрастом, а с их ежедневными привычками. Малоподвижный образ жизни, курение, чрезмерное потребление кофе, стресс агрессивно воздействуют на экосистему кожи и ускоряют процессы старения. Уникальные программы для мужчин с применением профессиональной натуральной спа-косметики для лица – залог безупречного внешнего вида современного мужчины. Кожа мгновенно приобретает равномерный цвет и здоровое сияние, а вы – хорошее настроение. А это, пожалуй, одна из самых любимых мужчинами процедур – турецкий хамам.
поможет провести время с пользой и восстановить организм в кратчайшие сроки. В хамаме очищается кожа, излечиваются простудные заболевания, улучшается кровообращение и приходит в норму обмен веществ. Турецкая баня лучше любых таблеток снимает болевой синдром и снижает мышечный тонус. Сочетание посещения хамама с лечебными массажами – отличный способ активизировать иммунитет и повысить устойчивость организма к сезонным инфекционным заболеваниям. Завершающий этап в создании образа – прическа и укладка. Евгений, сегодня мы с вами будем делать стрижку. Стиль этого направления называется «Teddy Boys», когда височная зона у нас будет укорочена, а в теменной зоне мы будем с вами сохранять объем. Благородство, ум, внутренняя сила. Безусловно, прически и стрижки должны подчеркивать эти мужские качества. И, конечно, они должны быть современными, то есть находиться в соответствии с последними веяниями моды в области парикмахерского искусства. Здесь исключительно важен компетентный совет с последующим профессиональным воплощением. Дорогие мужчины, ухоженность, подтянутость и элегантность вкупе с умом и целеустремленностью – вот то, что поможет вам быть на вершине успеха и в бизнесе, и в личной жизни. С праздником! Мужчинам можно и даже необходимо дарить цветы. Правильно подобранная композиция может стать прекрасным презентом для сильного пола в День защитника Отечества. Как выбрать цветы для него и для нее, расскажем прямо сейчас. Партнер рубрики «Уютный дом» – торговая марка «Розы Белогорья». Вам нужно произвести эффектное впечатление. Изысканная форма бокала, яркость цвета лепестков и утонченный аромат роз от торговой марки «Розы Белогорья» выразят ваши чувства без слов. Спешите дарить радость. Спешите дарить «Розы Белогорья». По мнению представительниц слабой половины человечества, настоящий мужчина – тот, кто все умеет. Кто может построить дом, сад посадить, детей воспитать, стихи в честь женщины сочинить и красивый букет роз в знак любви и верности подарить. Психологи утверждают, что даже если женщина говорит, что у нее любимые цветы ромашки, она все равно ждет от своего избранника букета роз. Розы покупают чаще всех остальных цветов, потому что они удивительные, имеют массу оттенков и полутонов. Белые, розовые, желтые, ярко-красные, персиковые и даже голубые и лимонные. С помощью роз вы можете объясниться в любви. Для этого покупайте алые. Рассказать о желании, страсти поможет коралловый цвет. Назначая свидание, подарите букет из белых роз. Условие только одно – цветы должны быть свежими, желательно только что срезанными. В Белгороде есть два магазина, где строго соблюдают это условие. Здесь продают местные розы, выращены они в новом тепличном комплексе. Он начал работать летом 2014 года. Сегодня это успешный проект, ориентированный на импортозамещение. Качество и высокая урожайность цветов – это показатель успеха. В теплице можно приходить как на экскурсию. Здесь царит особая атмосфера добра, звучит приятная музыка. Цветы – субстанция живая, они впитывают всю положительную энергетику, а затем передают ее покупателю. Теперь нам не нужны заморские красавицы. В области есть цветы, выращенные на нашей земле с помощью уникальных технологий. Эти розы не только приносят радость, но и вселяют чувство гордости за родной край. После среза розы сразу попадают в фирменные магазины. Здесь вас ждут букеты от лучших флористов города. Здесь же вам расскажут, на что обратить внимание при выборе цветов. В первую очередь стебель не должен быть длинным, потому что длинные стебли – это дань импортным цветам. Когда их везут к нам из дальних стран, стебель пропитывают специальным питательным раствором. Выбирайте средние по длине стебли и не толстые. Такие цветы дольше стоят, обладают более выраженным ароматом
Бутоны листья – это второй момент, на который стоит обратить внимание. Внимательнее осмотрите листья. На них не должно быть пятен, плесени и налета. Листья должны быть в тонусе темно-зеленого цвета с присущим розе глянцевым лоском. Листья также должны смотреть вверх, находиться под острым или прямым углом к стеблю. Не выбирайте полностью закрытый бутон цветка или, наоборот, сильно раскрытый. В первом случае цветок недозрел и вряд ли раскроется, а во втором – роза перезрела и облетит раньше срока. Золотая середина – это слегка приоткрывшийся бутон с упругими, ровно окрашенными лепестками, без пятен, гнили, с ровными краями, не деформированный. Мы вооружили вас знаниями и желаем приятных покупок. Выбирайте свои белгородские розы, свежие и экологически чистые. Кстати, в белгородских теплицах выращивают розы 15 сортов, так что можно выбрать цветы на любой вкус. Подарите радость любимым людям, доставьте им удовольствие. Их история насчитывает примерно 13 веков. Всевозможных форм, от самых тонких до пышных, они прочно и основательно вошли в русскую кухню. Догадались, речь идет о блинах. Ну как, в масленичную неделю мы не приготовим блины для настоящих мужчин? Партнер рубрики «Кушать подано» – кафе-музей «Метла». Все еще решаете, где отметить праздники, юбилеи, свадьбы, банкеты или корпоративы? Кафе-музей «Метла» – отличное место как для больших торжеств, так и для тихого семейного ужина. Великолепная кухня, славянские блюда, приготовленные специально для вас из свежайших фермерских продуктов. Атмосфера уюта и домашнего тепла. Село Беловское, улица Марии Ушаковой, 2А. Заказ столиков по телефону 36 45 07. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить творожные блинчики по оригинальному рецепту. Для этого нам понадобится мука, яйца, творог, сода, сахар, соль, масло растительное, молоко. Ну что, приступим к приготовлению наших творожных блинчиков. Мы разбиваем по одному яичку. Гасим соду, столовым уксусом, 2 чайные ложки примерно. Добавляем сахар 70 грамм, а соль по вкусу, кто как любит. 2 ложки столовые. Вот у нас масса сбилась до конца. Творог у нас растворился, сахар тоже. Добавляем теперь молоко. Теперь нам осталось добавить растительное масло и снова перемешать. Наши блинчики готовы. Осталось украсить наше блюдо. Для оформления наших блинчиков нам понадобится клубника, веточка мяты и сметана. Теперь мы наши блинчики сворачиваем в форме конвертиков и выкладываем красиво на тарелочку. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!
Богат нынешний февраль на праздники и День защитника Отечества, и веселая Масленица. А знаете ли вы, что 17 февраля все люди планеты отмечали День спонтанного проявления доброты? Он появился сравнительно недавно по инициативе международных благотворительных организаций и относится к международным праздникам, имеющим общемировое значение, поскольку их празднуют всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Предполагается, что в этот день людям следует стараться быть не просто добрыми, что само собой разумеется, а добрыми беспредельно и бескорыстно. А что для вас доброта, добрый поступок, отзывчивость, взаимопомощь? Итак, внимание! Тележурнал «Мелочи жизни» объявляет конкурс рисунков «Рисуем добрый мир вокруг». К участию в конкурсе принимаются детские рисунки. Сроки проведения конкурса с 26 февраля 2015 года по 28 мая. Рисунки принимаются в редакции телерадиокомпании «Мир Белогорья» по адресу город Белгород, проспект Славы, 60, с пометкой «Конкурс «Рисуем добрый мир вокруг нас» или в электронном виде по адресу konkurs@tvbelgorod.ru. Лучшие рисунки будут определяться редакционным советом телерадиокомпании «Мир Белогорья». Итоги конкурса мы подведем в программе «Мелочи жизни» 28 мая 2015 года. Ну и самое главное, победитель получит комплект спутникового телевидения «Телекарта HD». Дорогие, любимые наши мужчины, редакция тележурнала «Мелочи жизни» от всей души поздравляет вас с 23 февраля. Желаем вам оставаться мужественными даже в самой непростой ситуации. Быть любимыми, ведь это так важно. Удачи, процветания и здоровья вам. А я напоминаю, генеральный партнер программы «Мелочи жизни» – клиника позвоночника и стопы. Клиника позвоночника и стопы. Лечение хронических болей опорно-двигательного аппарата. Неврология, ортопедия, подиатрия, мануальная терапия, лечебная физкультура, медицинский массаж. 5 августа, 33А, 555-606. Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами ненадолго. Уже в следующий четверг, 26 февраля в 20:00, мы вновь перелистаем страницы тележурнала «Мелочи жизни». Поговорим о здоровье, красоте и уюте в доме. А я напоминаю, все выпуски программы вы можете найти на сайте канала www.mirbelogorje.ru в разделе «Телепроекты». Удачи и процветания вам! И до встречи на телеканале «Мир Белогорья».